a five-man wipe. Mass amounts of right click. However, Song of the Siren disjointed the fight and came back in favor of Fnatic. Ну что ж, дамы и господа, возвращаемся, продолжаем. LGD Gaming против Invictus Gaming, второй матч, Best of 3 групповых в восточных дивизионах HyperX Dota 2 лиги пятого сезона. Так, ну что, первый матч был достаточно затяжной, посмотрим, что получится в этом. Есть забанный Nog, забанный Terror Blade, сразу же LGD Gaming хотят игру закончить побыстрее. Ну и Сковорот Маг, Ancient Apparition в банах. Faceless Void достается Invictus Gaming, Лича тоже берут себе, давненько не видел Лича. Ну, HD получили себе Death Prophet. Посмотрим, как сейчас будут ее использовать. Появляется Doom. Дает понять, что не будет здесь никаких хроносфер. У HD, похоже, план имеется, что... Если матч затянется, Doom будет достаточно плотным будет Death Prophet, и тимфайты принимать уже будет просто невозможно. Invictus Gaming, то есть, они драться смогут только в тот момент, когда стоит хроносфера, если удачно поставить, само собой. Банит Морфа сразу же LGD. Отлично был использован Морфлинг в прошлом матче самими LGD. Сауэр нам показывал прям-таки класс. Перемещался по карте, там постоянно разводил своей репликой на убийство этой самой реплики. Разводил Бетрайдера на лассо и так далее. Виспа банит IG. Не хотят отдавать какие-то комбинации. Похоже, знают они что-то про драфт LGD. Ну, пожалуй, Висп был здесь уже такой небольшой жадностью. Банит Инвокера. Не хотят отдавать его Феррари. Ну, в принципе, можно понять, что... Появится Инвокер, посмотрим, кстати. В последнее время я смотрю прямо-таки популярный вексовой Инвокер с ЕМП. Что ману выжгли, и вроде как уже Дум не может нажать свой ультимейт просто. И ходит в тимфайте, ничего не делает. Тускара банит. Собственно, вся вторая фаза. Респект бан в сторону ММА, который, надо отметить, в прошлом матче он показал, что на таске отыгрывает он замечательно. Каждый раз прячет он кого-то. Сноубол свой, снежок. Ну что, пора показывать. Нужен еще один саппорт. Посмотрим, кто появится. Надо в мид кого-то, надо еще кого-то товарища. Еще кого-то мидгейм кэрри. Ну и теперь Invictus Gaming надо в своем драфте отталкиваться от того, что Death Prophet Doom подраться толком не дадут. То есть, скорее всего, весь тимфайт потенциал Invictus Gaming будет построен исключительно на хроносфере и том, что туда будут вбрасывать. То есть хроносфера ставится, лишь брасывает Chain Frost, жаки разливает просто макропайром и всем остальным, что у него имеется. Я думаю, еще что-то появится здесь, помимо этого. Не удивлюсь. Так, ну HD можно добирать дальше. Надо набрать парочку саппортов. Посмотрим, появится ли опять Shadow Demon. Shadow Demon у нас прям-таки опять хит сезона. Посмотрим, что достанется здесь ММА. Двадцать секунд имеется на подумать, пока что надо все прикинуть. Мирана. Че, он в прошлом матче показал свою Мирану. Мирану у него в итоге отобрали, не стали ему отдавать. Ну и забрали себе HD Gaming. Ну и посмотрим, кстати, с Мираной можно какой-то боевой лейн даже сделать, попробовать там терроризировать ребят. Посмотрим, появится ли Бейн, появится ли Shadow Demon. Ну, Shadow Demon, в принципе, почему бы и нет.
То есть по той же схеме, как играли Invictus Gaming в прошлом матче, что Shadow Demon с Мираной постоянно перемещались. Всех пугали, пускали стрелы туда-сюда. В принципе, можно попробовать и повторить. Так, ну что, Аджи, по саппортам вроде бы укомплектованы. Если, конечно, Лич не станет внезапно оффлейнером, либо Жакира не будет кором, как нам уже показывали под конец 6.81. Были и такие схемы. Никогда не знаешь. Тем не менее, чуть больше минуты имеется, можно пока поразмыслить. Ну, я же понимаю, что чем дальше в драфт, тем для них становится страшнее, что хроносфера есть, летящий инфрост и макропайр, все это замечательно, то есть контроль у них вроде имеется, но как только наберут свой потенциал, как только разгонится Doom, как только разгонится Death Profit, как только появятся у них начальники слоты на выживаемость, как только появятся Black Kimbari, уже станет в разы проще воевать LGD Gaming со вторым и третьим экзорцизмом, они уже будут готовы, возможно, даже бежать на этого раза, в зависимости от того, конечно же, как проведут они свой early game. Ну вот он Shadow Demon. Shadow Demon намекает, что либо Жакира, либо Лич все-таки один из них будет кором. То есть кому-то из них доверит лейн. Лишь бы вкачивались кнопочки. То есть либо замакшены Liquid Fire, чтобы падали ранние вышки. Либо же наоборот будут ждать чейн фроста. Ждать фрост армора. И, собственно, Лич, как я понимаю, и был взят, чтобы Death Profit всех не убивал своим ультимейтом, раздавать будет Frost Armor. 9 армора? Приятно. Для сравнения, 10 армора Plate Mail 1400 стоит. Здесь бесплатно Лич раздает. Ну что, 10 секунд в LGD. Надо набирать саппортов, продолжать. Посмотрим, может быть, Мирана и не будет его саппортом в Race King. Вот когда давно не видели. На самом деле не так давно. Ну теперь задача перед Эджи стоит. Стоит вычислить, кто из этих ребят будет саппортом, а возможно и оба. То есть кого банится, абсолютно непонятно сейчас. Банит Ира на всякий случай. Понимаешь, что план какой-то будет, скорее всего, сейчас на лейтгейм. Этим планом может быть и Race King, может быть... Конечно же, и Мирана, учитывая, что есть Death Profit, учитывая, что есть, думаю, этого может даже хватить. Бан Разора, как-то про него стали забывать постепенно, что он весь драфт пережил. Раньше такое казалось дикости, но сейчас... Как-то напоследок его просто забанили, вычеркнули. Так, ну и что, IG? Нужен еще какой-то мидгейм кэрри. Морфинг забанен. Юра забанен сами. Притом не совсем понятно кто, то есть кто-то, кто сможет, казалось бы, подраться, но не совсем понятно, как драться-то. Станов огромное количество, не то чтобы огромное количество, на самом деле, пока что в Race King и плюс ненадежный станов Мираны. Возможно, что-то будет еще и у Дума. Но в любом случае, пойдешь Riot Click, там экзорцизм, либо Дум. Ember Spirit, вот, отличный вариант. Что... Платными подбегать им не надо подвергать себе опасности. Ну а издалека будет стараться фистами чикать, будет стараться подцеплять сиринг чейнсами. Все это, в принципе, неплохо. То есть проблемы решили, но другой вопрос, как все это будет работать сейчас. Все это вместе, то есть кор Жакира, либо Лич, опять же. Так, ну подожди, надо показывать нам, пора решать этот загад. Кто же здесь будет саппортом все-таки? Будет ли это саппорт Миран, будет ли это саппорт Race King, а то и... Оба два. Дисраптор. Вот так вот. То есть, как только отпрыгивает Void, как только отпрыгивает Ember Spirit, их сразу же глимсом возвращает обратно. Ну, если Ember Spirit далеко отпрыгнет, конечно, не вернуть его будет никак. У них, в принципе, статик шторм. Барьер, все это позволит отлично подраться. Сайлор, кстати, на Миране, то есть это фармящий Мирану. Ну и в Race King здесь Раптором будет перемещаться и пытаться создавать пространство. В тимфайте будут всех станить по кулдаунам. Пытаться как-то обыгрывать все это хозяйство. Ну что, посмотрим. Все зависит от того, как сейчас дадут полонить Думу.
Что будет происходить вокруг Death Profit? Будут ли у нее какие-то ранние смерти? Как быстро она получит свой 11 уровень? Это для LGD. Ну, а IG. Посмотрим. Так, ну, собственно, Луна Жакира, то есть это кор Жакира из Жакира. Посмотрим, возможно, даже Сейфейн дадут. Либо Сейфейн можно отдать Вайду, а самим втроем прийти. Отправиться на топ и там начать себе ганить. Но нет, Джун отправляется все-таки на свой оффлейн. Ну что, IG, сторона Radiant. Джун на топ уже отправляется на воде. Феррари на мид на своем Эмбер Спирите коронном. Лу, он же Ксим на Жакира. Чуан Шадо Дем, ну и последний, кто здесь остался. Собственно, Чизбок на Личе идет помогать Вайду. Оптимальный вариант, то есть Личи фарм заденает противнику и в то же время можно будет вкачать, потом Фростбаст начинать мешать. То, глядишь, и Войд пофармит так. Тоже, в принципе, неплохо. Ну, жди, Фейт на Врейскинге. Инжелай будет играть на Доме, Сайлор будет играть на Миране. Яо, Дес Профит. Ну, и Мумай на Дисрапторе. Забегают они в вражеский лес, смотрят, что здесь где. Первым в Врейскинг, просто потому что больше некому. Единственный надежный стан. Исходили, посмотрели, думаю, здесь должны оставлять и пора разбегаться. Можно, кстати, здесь трилейн с Мираной оставить, попробовать подраться. Ну, драться с Жакирой и друзьями, это как-то так себе идея, поэтому посмотрим, что здесь будут придумывать. Ну да, действительно, Сайлор отправляется блокировать скрипов. Нет, все-таки не отправляется, решил сходить за руной, заметался. Дум поближе к лесу, если что, будет ходить в лес, поедать здесь скрипов. Ему это комфортнее, ему это удобнее, действительно. Ну а саппорт перемещаться. Бежит Феррари. Начинается промашил, два танга мы запулили. Здесь бегает невидимый чуан. Будет сейчас показывать товарищи ганкеров. И пока что стоит пауза. Так, гу-гу. Продолжаем. Так, чуан все прекрасно видит, как сейчас не обыграли IG ситуацию в свою пользу. HD вроде готовы как-то прям-таки ганкать, что и бласты у них есть, и качает, если что, Thunderstrike, Disruptor. Но понерфли немножко Крипсорм, что сейчас 75 урона от Крипсорм, ну не так это внушительно звучит. Феррари пошел показывать, так, чуан окружил, застрял в итоге ММАЙ, ну и ММАЙ просто уничтожает. Так, Фейт пытается бить Чизбога, пытается бить Лича. ММАЙ барьер поставил, но сам в нем чуть было не застрял, пытается жить, но все-таки погибает от чуана. То, что не посмотрели руну, не было информации, что забрали инвиз, это стало для LGD большой проблемой. Забрали они руну с одной стороны, а с другой стороны просто уже не успевали. Ну и Сайлор стоит на один на один с Жакиро. Жакиро обрабатывает постоянно по кулдауну Liquid Fire. Сайлору это должно быть неприятно. Пока что вроде бы не так страшно, но скоро это будет большой проблемой. Ну и возвращается обратно саппорты. Возвращается обратно ММАЙ. Не самый удобный спел у него вкачан. Обычно не вкачивает Kinetic Field раньше времени. Видно, что диварнули, но Фейт готов с собой просто блокировать, лишь бы здесь от пула не было. Ну вот, показал себя. Хотел сделать вид, что там какой-то невидимый вард еще один, но уже показался. Ну и Дум стоит в одиночку, в итоге против него двое. Лич поедает крипов, помимо этого, но есть дивар. В принципе, Дум только раз, что его оставили здесь. Он получает опыт, он уже третий уровень, рано появится у него ультимейт. Это самое главное. А потом, если что, он просто в лес убежит, в лесу начнет там поедать крипов своим дивауром. То есть это такой вот лейнинг, пожалуй, очень комфортен для LGD. То есть их лейнинг мне очень нравится. И сейчас, если хорошенько они его проведут, если сейчас попробуют они поубивать Жакира, это сработает, то уже все станет совсем хорошо у них. А чем он пока что перемещается? Он просто ходит кругами вокруг Ember Spirit, ходил, смотрел. Здесь начинаются уже забеги прямо-таки по Тауэр. Спрятаться Лу, показывается наконец, показался скрипам. Ну и все, можно убивать. Бласт бросили. Стрела. Моментальный телепорт. Во, добить бы. Фейт неудобно застрял, появляется Чизбок. Дает Фростбаст, Сайлор отпрыгивает наконец-то. Чуан тоже бежит, надо хватать. Успеет схватить, у него ботинок. Хватает Сайлора, ну и можно добивать.
Мирана просто лопается. Как-то они про Дисраптора забыли совсем, Дисраптор? Ты вообще в этом всем не участвовал, он ушел, просто отказался от поисков, когда искали они там Жакира. Ну что, как-то пока что не очень удобно складывается этот трилейн. ММА просто бежит вперед, готов всех убивать, судя по всему. Так, возвращает обратно, кого возвращает? Возвращает обратно Лича, готов его станить. Но у Фейт уже неприятности, он получил Liquid Fire и, скорее всего, сейчас просто погибнет. Действительно, так и есть. Ну и ММА, который шел просто вперед, так он шел-шел. И в итоге надо телепортироваться уже на базу. Очень неловкий какой-то, неряшливый абсолютно трилейн. Пока что получается, что они как-то бегают-бегают, но Аджи кругами вокруг них ходит и пока что обыгрывает. Один раз погиб Сайлор, теперь фарма у него нет абсолютно никакого. Гоняет его в разные стороны. Руна забирает. То есть, если до этого все было не так и плохо, то теперь Войт сказал, что я и один справлюсь с этим думом. Мне, в принципе, не нужно здесь лич. Ну и 3 на 3, здесь LGD уже не так комфортно, само собой. Опять пауза, но надеюсь, там все в порядке. Так, ну и смотрим пока на миде. 18 крипов у Яо. 15 крипов в Феррари. Первый на карте, собственно, Яо. Уайда все тоже просто замечательно. Видно, что 17 лос-хитов он имеет. 12 денаев, старается денать опыт Думу. Но, тем не менее, Дум все равно обгоняет его по опыту, потому что Дум делил все-таки экспириенс с Личом. Ну и Лич, кстати, уже 4-го левела. Второй скрифайс есть, второй фростбаст, появится третий фростбаст, но и там же до ультимейта совсем недалеко. LGD пока что только начинает продумывать, как решить эту ситуацию вокруг этого трилейна, а там, глядишь, уже скоро начнут в них чейн просто бросать. Четвертый скоро появится у Жакира. Начал он в качестве Dual Breath, не стал надеяться на Liquid Fire исключительно. А у Е все-таки поудобней. Кулдаун весьма короткий, 10 секунд. Нажимает паузу, Сайлор моментально получает фростбаст, получает Liquid Fire, начинает тикать. Возвращается обратно Фейт, ну и надо опять пытаться гонять Кси. Так, стан. Стрела. Вот на этот раз Кси уже точно не уйдет. Глимс будет, поставили Kinetic Field, ну и Джакира добили. Перед смертью успел надышать все-таки на Фейт, видно, что Фейту это на половину хп пришлось. Ну, есть у него аура в качестве, можно пойти пошваркать по крипам немножко. Можно пожевать деревья. Так, ну а здесь чувак приходит, и Феррари привязывает Яо. Яо пытается жить, Яо пытается хоть как-то прохилиться, бутылки нет, прокат яд. И чувак все-таки добивает. Чувак на киллинг спре, и чувак большую часть работы пока что для своей команды проделывает в ранней игре. 3 килла, 1 ассист, во всех заварушках уже успел поучаствовать. Покупает смок и готов продолжать свое похождение. Пока что на базу, надо прохилиться, надо купить запчасти на урну. У самого есть уже Arcane Boost, очень богатый. Ну и надо вниз лететь. Можно, конечно, полететь на топ, попробовать посмотреть, что здесь с Думом. Но пока ультимейта нет у Вайда, поэтому смысла в этом особо нет. Ну а как только будет ультимейт Вайда, он и сам с Думом этим справится. То есть, в принципе, не жалко. Так, ну и становится понятно, LGD, что трилейн снизу не особо рабочий, поэтому дисрапторы они прогоняют. Пусть ходит здесь, делает отпол, пусть помогает Думу хотя бы, потому что скоро будет хроносфера. Но здесь эти товарищи, если они будут справляться, то справятся они, в принципе, и вдвоем. Жакира хоть и плотный, но скоро урон уже будет хватать на него. Так, ну и Дум. Дум дали Джуну и уничтожили. То, что ему не хватало немножко опыта, все-таки сказалось. То есть хроносферу он получил очень поздно уже. Похоже, чуть ли не в момент смерти там убивал вышка крипов. Попался еще и Чуан. Ну и Инжела снимает стрик, получает даблкил. Неплохо так вышел. Он съел уже волка. Транквил бут имеет. Так что, что здесь? Феррари чуть был не погиб от Деспрофит, но вроде пока что живет. Ну и Дум вырывается прям-таки в лидер по нетворсу. Отправляется он фармить леса. Лейн оставляет Дисраптору. Дисраптор здесь получит свой ультимейт. Что тоже оптимально. Пусть какой-то опыт надо получается. Ну а с Феррари погоня. На хейсте бежит Фейт, у Феррари огромная неприятность, избегает стрелы, пытается жить.
маны просто нет, даже если будет нажимать все время. Так, Сайлор. Сайлор прыгает, пытается выживать. Феррари бы добить. Иначе все это было зря. Феррари все-таки добивает. Крипсворм Яу, но Яу его самого неприятно. Сейчас начнут его морозить. Начнут его обрабатывать дуалбретом. Яу так и погибает. Пришел Лу и просто забрал даблкил. У него просто все воткнулись. Кто там бегал по речке. Жакира показывает свою мощь. И Феррари возвращается обратно. Успел респанс и на ремнет свой прилетел. Ремнет он в прошлый раз поставил, а прыгнуть на него. Пока за ним гонялись, уже, понятное дело, не смог. 150 маны, довольно серьезно для Эмбер Спирита. Ну, я возвращаюсь обратно, 7 уровень у него максит он Вичкрафт. То есть, как только появится ультимейт, можно будет начинать ломать вышки. Мувспид тоже ему полезен, приятен. Пассивка, это уже больно много бонусов дает, чтобы про нее забывать. Так, первый хроносфер на ММА. Невидимость нажали. Приходит фейт. Стамп в Чуана, Чуан не успел среагировать. Кинетик филд поставили, Чуан дает дисрапшн и пытается бежать, пытается жить. Глимс получает, но и никак он здесь не выживет. Ну и приходит Инжелай. Ультимейт на Лича, потому что Лич Чейнфростом будет уже потратить свою кнопочку. Чуан в итоге, кстати, так и выжил. Ты не совсем понял, как он там выжил. Но приходит Феррари, начинает пытаться бить фейт, но Инжелай просто идет вперед и рубит эту Феррари. Раз что криты там не прокают, что он просто идет и уничтожает. Появляется теперь еще и Деспрофит, которая пошла на перехват, и Феррари здесь чуть было не пострадал. Джун улетает. Ну и раз здесь так оказался я, то надо ломать Тауэр. Всех прогнали. Никого не потеряли, хоть и бегал здесь фейт на лоу хп, он как-то просто себя показывал. Пытался скопить заряды на стик. Ну, пожалуй, пора ему уже уходить. Пытался он собирать опыт, пытался собирать ассисты. Действительно, рабочей стратегии. Что, торопится обратно Феррари, не успел даже Дрегенить, толком его по пути еще заковыряли иллюзии. Но, тем не менее, Тауэр задефали. Прогнали всех, позвали еще и Луа. Ну и Сиар пока что довольствовался долгожданным фрифармом. Так, прилетает к нему, Чуан готов давать дисрапшн, но пора отпрыгивать. Сиар просто отбегает, уже есть у него фейсбутс. Ну что, первый статик шторм был потрачен. Сейчас он откатывается, сейчас скоро откатится, уже экзорцизм буквально минуту осталось. И посмотрим, куда будет перемещаться Яо. Яо пока что 8-го, то есть до 11 уровня еще достаточно долго. Вайда сейчас скоро должна откатываться хроносфера, буквально 15 секунд осталось, и будут они пытаться убивать Яо. И должен пытаться как-то про это не забывать, все-таки Death Prophet. Вот, собственно, в смоке выходит к нему. Пошли на перехват, но Чуан тут как тут, везде это Чуан, везде он успевает. МВАй по своей старой привычке просто идет вперед, понимает, что там огромное количество народа и надо уходить. Так, влетает Войд. Стрела, но стрела уже мимо кассы. Дисраптора разрубили. Неудачно немножко смоуганг, что Чуан оказался в нужное время в нужном месте. В очередной раз и испортил все планы. Ну, как минимум, постарал Дисраптор. Дум успел убежать. Ну и Дум ходит, продолжает фармить. 1700 у нее золото. Посмотрим, будет ли он покупать Блинкдаггер. Скорее всего, придется. Аджи собрались все вместе. Они дают понять, у нас есть хроносфера, у нас есть Чейнфрост, у нас есть Макропайр, мы готовы все это потратить. То есть вы либо идете дефать вышку и как-то пытаетесь вокруг всего этого играть, либо мы этот тауэр сейчас забираем. Так, ну и невидимость прожали. В разные стороны все сразу начинают бежать. Инжелаю надо найти Вайда. Вместо этого Войд находит его, Дисрапшн. Дисрапшн не самый удобный был от Чуана. Инжелаю в итоге жил, успел нажать все-таки свой ультимейт на Лича. Чейнфрост здесь явно не будет. Глимсует обратно Чуана, Чуан уничтожает. Ну и Лич. Лич тоже погиб. Минус 4 на ровном месте и плюс еще и Тауэр. Не было разу, что Феррари, который вообще во всей этой заварушке не участвовал. То есть разводили на ультимейт, и в итоге пришел один дом. И из-за неудачной дисрапшн хроносфера вообще ничего толком не дала. Разве что, ну, немножко продамажили, думаю, макропайером. Я думаю, подумал, купил себе Мидас. Немного странно звучит, все-таки думаю, подумал. Но каждый раз я на это натыкаюсь.
Феррари понимает, что здесь надо очень жестко сейчас будет отфармливаться, если они хотят хоть как-то про это кликать, хоть как-то потом попробовать повоевать. Что упускают они постепенно инициативу, что надо как-то пытаться бороться, надо покупать слоты. Кси нужна мека, как можно быстрее. Ну и Вайду надо работать над своей Mask of Madness. То есть надо немножко успокоиться, прекратить набеги. Так, Яо, Chain Frost. Отомстили. Просто пришли и в даме уничтожили. Даже демоник прошу не потребовался. Ну, кстати, параллельно Лу доламывает тауэр на ботом лейне. Liquid Fire, третий уровень уже. Достаточно по кулдауну его нажимать. Так, ну, кстати, обходил там Феррари и Фейт находит. А там есть ультимейт. Ну, теперь Феррари думает, продолжать, не продолжать. Понятно, что есть у него где-то ремнус, что он куда-то будет отпрыгивать, но Фейт, тем не менее, станет. Сайленс. Из-под Сайленса выйдет ли Феррари, должен, по идее, выходить. У Фейта опять неприятности. Ну и последний удар. Но все-таки выживает Феррари. Нет урны, к сожалению, чтобы набросить на Феррари эту самую. Возвращает обратно Жакиру. С Жакиром можно пытаться как-то воевать. Он, конечно, довольно плотный. Появляется сейчас еще Элиси. Пора бежать, ЛЖД, как-то они затянули эту драку. Пора просто уматывать. Собственно, это и делает. Ну, а Дум тем временем продолжает. Где он там кого убил? Чего она на миде? Шадоблейд себе купил Дум. Не стала покупать Блинкдаггер. По мане немножко сложнее, и кулдаун, конечно, тоже 28 секунд. Довольно серьезно, но тем не менее. Теперь Исураки будет нарезать, и в то же время невидимо будет подбираться. Так. Пытался Феррари здесь терроризировать. На базу отправляется, сейчас вернется обратно. Есть такая миниатюрная осада Т2. Что Деспрофит просто прогнали на базу. Ну что, Феррари, в принципе, если он будет очень агрессивно сейчас отыгрываться, он вполне в силах создать пространство там и для Вайда, и мека там появится, у Жакира все будет хорошо, вот, собственно, уже имеется баклер. Ну и глядишь, еще и сам при этом заработает. Есть клеймер. Mask of Madness покупая себе Войт, ну и Феррари пошел, собственно, показывать свою агрессию. Нападает на Фейта. Фейт не успевает ничего нажать, тем не менее статик шторм откатывается на Феррари, Фейт все еще живет. С разворота хоть что-нибудь сделать, пытается прожечь Феррари. Развернуться дай стан, все равно погибнет. Нет, все-таки просто так погибает, можно сказать. Так, а здесь Инжулай. Здоровается с Феррари, разве что думаю, у нее нет. Возвращает обратно Глимпсом, это сам Феррари. Он упрыгивает, все-таки успел поставить ремнант. Ну и за ним гоняться здесь это время тратить только. Сплошные проблемы с этим товарищем. Хоть оркид собирай, чтобы его убивать. Не удивлюсь, если мы это увидим. Ну, IG параллельно выходит на мид. Феррари огромное количество пространства создает. Поэтому по вышкам можно работать постепенно. Собираться надо все вместе. Позвали Вайда. Надо ставить хроносферу. Ну и сейчас посмотрим, что будут делать LGD. LGD разбегается. Ушел Дум. Находит. Находит Феррари. Дум. Дум прожимает, и это минус Феррари. Лейл Дэс напоследок, ну и отпускает его. Он делает там, что хочешь. И пока что отыгрывает просто замечательно. То есть на этом Думе вся игра пока что уже держится, что он ходит. Где-то убивает сам по себе кого-то. Знаете, люди на меде стоят и просто друг на друга смотрят через реку. Такое действительно частенько происходит. 1200 уже имеется у Дума. Весьма любопытно, что будет покупать дальше. Пока что есть Ogre Club, можно и Аганим даже попробовать сделать. Можно попробовать купить Black Kimbar. Мы уже вчера видели дома с Аганимом. Это в принципе работало. Ну что, графики давайте посмотрим, как здесь дела. 2500 LHD преимущество по золоту. Больше 2000 по опыту. И собственно все это осело на Думе. Большая часть, как минимум. Деспрофит уже имеет свой второй ультимейт. Вот сейчас надо попробовать как-то сделать все-таки выход. Надо принести себе Юл, который, похоже, летает просто в курьере. И надо попробовать выйти на мид. Пора ломать тир один тура, иначе как-то засиделись. LGD пока что. Все равно пространство противнику им давать не хотелось бы. Дум у них есть Деспрофит. Все это замечательно, но помимо этого есть только Мирана. Савер фармит, но пока что он не такой страшный. Барабаны, фейзы. И копит дальше. Посмотрим, что там будет.
Так, ну что, все пятеро здесь. IG готовы. Устраивают они осаду, что летит постоянно поздно, летит постоянно Liquid Fire на Tower. Не хватает Яо. Яо пошел менять вышки, судя по всему. Ну и как бы его там не уничтожили. Понятно, что он быстрый, очень быстрый. 443 ему спида. Так, летит все-таки. Там на ММВ нападали, похоже, всех напугало. Так. Приходит Фейт. Фейт просто пешком идет. Он знает, что сейчас он будет тратить ультимейт. Сдинает Тауэр. Тауэр сдинает. Не получилось его уничтожать все-таки Жакира. Фейт действительно погибает первым. Надо разойтись. Расходится. Нет, все-таки несет там чейнфрост Фейта. Ну, как раз тактическое замедление. И влетает Джун, начинает обрабатывать. Инжелая. Отлично, развернулся Фейт. Дал стан. Это позволяет убить Вайда. И Дум дает свой ультимейт на Феррари. Глимпсует его обратно. И Феррари гарантированно погибает, лишь бы не убил здесь никого. Ну, все. Минус 3 сделали. Всех троих основных убили. Убили Жакира, убили Вайда, убили Эмбер Спирит и ломают мид. Отлично отыграно в итоге. Вообще никого не потеряли ЛЖД. Драка была обыграна просто ювелирно, что. Фейт бежит вперед. Остальные вроде бегают там. Что Дисраптор, что Миран бегали на лоу ХП, но. Обыграли этот момент. Очень здорово. Что даже Чейнфрост влетел так, что в итоге и всех замедлил Фейт. И встал, и потом еще и Вайда застанил, который хроносферы пошел, думаю, ловить. Ну и довольно разбежались, разошлись. Теперь можно вниз перемещаться, можно внизу этот тауэр добивать просто с руки, думаю. Думаю, похоже, несет себе кусочки Блэкимбара. Нет, пока что не несет ничего. Я пытаюсь понять, куда он деньги потратил. Ага, вот он, рецепт на Black Kimbar. Ну что, видно, что 5000 уже LHD по одному графику, 5000 по другому уже постепенно преимущество наращивают. И чем дальше, тем будет только хуже. Не стоит забывать про Death Profit. Что под ее ультимейтом драться вообще противопоказано. Сейчас дали понять это LHD. Ну и постепенно заодно еще фармится. Убивает товар снизу. Дум пошел, надо забрать Блэкимбар свой, надо отпить ману. И пора на топ, надо скорее всего попробовать задефить его в очередной раз. В прошлый раз получилось очень здорово, но сейчас здесь тауэр 44 хп у него осталось. Понятно, что здесь никто не будет ничего делать. Я вот тоже копить на Блэкимбар, никто не хочет стоять в бесконечных айспатах. Макропайрах и так далее. Получать мерзкие эти замедления на 5 секунд от дуа брейф. Жакира в этом плане неприятный товарищ, неприятный еще и лич. Там как айс армор такой. Сам еще замедлит фростбластом, чейнфростом. Так, ну, надо возвращаться. Вернули обратно Death Profit, который пытался сплитпушить снизу. Ну и надо попробовать подраться. Так, с Блэкимбаром приходит просто Дум, нажимает свой Блэкимбар, сразу же глимпсует обратно Жакира, нажимает экзорцизм, все впитывает в себя Жакира. Ну а остальные уходят. То есть принял на себя. Неужели уйдет? Нет, никуда он не уйдет, уже гарантированно. Так, ну и Death Profit не зря у нее столько мувспид, не зря он покупал свой юл. Подбросил Джун, Джун пытается бежать. Кстати, с Mask of Madness, возможно, бежит. Никуда не бежит, есть глимпс. И под ультимейт Дума вернули его. Еще и Вайда в итоге убили. Забирает обратно своих духов Яо. Блинк Дагер покупает ММА. Хочет гарантированно дотягиваться глимпсом, его можно понять. Как только идет глимпс, это гарантированный труп в большинстве случаев. Мы уже могли убедиться в этом. И чем дальше, тем будет только хуже. Закупается постепенно LGD. Что, надо фармить Феррари сейчас. То есть пытается он, конечно, доделать свой батлфир. И понятно, что... Когда пойдут осаждать хайграунд LHD, возможно, у него к тому времени и криты уже появятся, и будет он расчищать там крипов. Как-то будет пытаться их прогонять, но пока что... Чем дальше, тем плачевнее ситуация, как-то каждый раз переигрывает просто LHD. Что идет вперед. Либо в Race King, либо просто кого-то приподнимает, либо Doom вламывается, просто Блэкимбар нажал и ничего вообще абсолютно не боится. Включая хроносферу. Что ставит на нее хроносферу, он уже достаточно плотный, чтобы... Вайда не боятся, как минимум. А по им Вайда урон никто ему не нанесет. Просто-напросто. Ну и здесь 7500.
здесь в районе 8000 уже преимущество. Понятно, что камбэк механики никто не отменял. То есть сейчас, если неудачно подерутся LGD, то IG, то, глядишь, обратно в игру вернутся с легкостью. Там уже и криты могут появиться, и все что угодно. Понятно, что это всего лишь потенциал, но посмотрим, что будет дальше. Про Рошана сейчас надо вспомнить, скорее всего, LGD. Пока что дофармливают себе, несут подарки. Летит блинкдаггер для Фейта, например. Еще бы 11 уровень получить, было бы замечательно, я думаю, сейчас в бою получит. Блинк забирает, и побежали. Невидимость нажали, даже смог не стали нажимать. Просто пошли, надо поймать хоть кого-нибудь. Дум в Шадоблейде. Еще и смог нажали, находит Феррари, между прочим, надо давать мусальность, Феррари отпрыгивает, а здесь Дум бродил. И ММА рядом. Хейс здесь у Феррари, в общем, его никак не поймать. Начинается погоня по всей карте практически, но... Напугали зато. Сразу же на противоположную сторону карты убегает Феррари. Как можно дальше от всей этой компании хочет оказаться, и можно его понять, в принципе, что... Если бы дотягивался до нее ММА с своим глимпсом, то Феррари там, возможно, был бы уже труп. Что, диспелили бы Хейст Юлом. Ну и Джулай. Ходил, пытался хоть кого-нибудь найти, нашел в итоге Джуна, ну и Джуна этого убивает в итоге. Показал себя еще и Лу, и сейчас и от Лу ничего не останется. Приходит Death Prophet, дает Юл сейчас до Сайленс. И можно добивать, даже Сайленс не потребовался, здесь в принципе и так все нормально. Как-то просто начинает фармить уже откровенно LGD команда IG. Возвращает глимпсом обратно товарища. Ну и чё, он пытался спрятаться, но куда же и спрячется. В толпе оказался. Ну и как-то просто... Просто и буднично минус 3 сделали. Сара с дефьюзлом пошел прогонять сам Феррари. Феррари действительно надо прогонять, нельзя отдавать дополнительно это золото. Феррари уже с батлфилда, уже копит на свои криты. Стрела полетела, но не угадал немножко в Сайлор. Так, начинает воевать. Понимаю, что там как-то очень больно получается дефьюзлом новыми, который по 25 сейчас выжигает. Даже первый дефьюзл. Так, вернулся обратно, похоже, и продолжает свою войну. Идет на помощь Чуан. Точнее, Чизбок. Влетает ММА и просто убивает эту самую Феррари. Глимпсануть еще этого товарища надо. Похоже, был потрачен глимпс. Нет, не был. Кинетик Филд поставил, ждет телепорта. Появляется, наконец-то, Фейт. Ну и все, Чизбока тоже убили. То есть тир 2 сломали, свой тир 2 задефли, убили Эмбер Спирита, конечно, потеряли Мирану, это очень неприятно, учитывая, что Миран у них вроде как в первой позиции, но понятно, что Сауэр такой просто вспомогательный товарищ, который ходит фармит, а потом, если что, в игру включится, в плане райт-кликов. А так он ходит вместе с ними, просто стрелы запускает. Дум фармит на Кирасу, Кираса появится довольно быстро, про Рошан пока не вспоминали. Здесь, кстати, все вардами вообще утыкано. Че, он не зря здесь ходил, он бежал там на помощь и Феррари, ну и теперь видно все вообще на карте. Мэтшторм надеется доделать Джун. Купил себе рецепт. Так, ну что, на Рошан сходить бы действительно, почему бы и нет. IG, конечно, могут попробовать рискнуть подраться, поставить идеальную хроносферу и залить туда вообще все, что имеется, но... Нет, еще надо так подставиться сначала. Не думаю, что LGD пойдут на Рошана просто так вслепую. Сначала они кого-то убьют, скорее всего. Либо на базу просто загонят. Так, влетает ММА. Ну и напугал. Сразу прогоняет он Феррари. Как только и дисраптор Феррари, Феррари сразу же оказывается где-то с другой стороны карты. Так, Дум. Как-то просто между делом. Подловили Чуана еще. Возвращает обратно товарищ, которому давали Дум, похоже. Нет, это Луо. Луо вернули обратно. Чуан пока что живет. Вот Луо погибает. И Луо... Погиб, сдули другого. Стан. Стан в Чизбога. Чизбога тоже надо добивать. Чизбога добили. Ну и Брескинг отпрыгивает блинком. Огромное количество байбеков. Два байбека. Вроде как готовы драться, а вроде и почему бы и нет. И LGD готовы драться. Они ничего не потеряли. Феррари впитывает в себя вообще все. Прилетает Джун. Выясняет, что он остался один. И вообще помимо него никого не осталось. Выкупается теперь еще и Феррари. Джун получает весь прокаст. Моментально погибает. Яо катается здесь. Своим Блэк Кимбари на Юле. Инжелай уходит от прокаста Жакира. Пора
пора все-таки уходить. Так, с разворота на Феррари. И сейчас духи должны его убивать. Экзорцизм. От Феррари мокрого места не должен оставлять. Он мечется как-то по своим ремонтам. Непонятно, где он находится вообще теперь. Вроде как на базу вернулся. Добил Мирана. Напоследок фистами. Ну что, очень дорого стоила эта драка для IG. То есть они дефли хаграунд, дефли через 10 тысяч байбеков. Ну и сейчас разворот хотят Феррари попробовать найти. Находят. И просто за несколько кнопок берут и убивают. Обыгрывают прям-таки по всем статьям, ей-богу. Ну и MMY купил себе пейнтбустер. Рано или поздно появится огонь, там вообще никакие кнопки нельзя будет нажимать. То есть мало того, что Doom выиграет, так еще и AoE Doom, можно сказать, будет с этим статик штормом подгонимым. Ну и все, успокоились и разошлись. 16 уровень уже Death Profit уже имеется у нее ривер. Скоро появится хард в Тараске, и можно будет начинать осад до хайграунда, что будет приводить Death Profit, она будет в себя впитывать то, что ей предложат отходить регениться. Ну и, собственно, графики. Где есть графики? Я думаю, и так все понятно, что есть за 15 тысяч по одному графику, за 15 по другому. Рошана абсолютно не трогают, да и без Рошана здесь, в принципе, все удачно складывается пока что для LGD, что ходят они и просто фармят пока что они IG. Иначе это никак не назвать. Нет, все-таки пошли на Рошана. Понимаю, что дальше остался, разве что 2 тир-2 таура здесь осталось, но они такие, скажем так, проходные. Давайте посмотрим, что с Кираса. Кирас в пути, вот она прилетает. А это Шива. Ну и в принципе тоже ничего, почему бы и нет. Вижен нет совсем, как-то ММА у него просто слотов уже нет, что он и смоки, и варды, и различные шарики, смоки. Так, невидимость нажал, пошел в погоню за Чуаном. Непонятно, где настоящий. Дефьюзл тратит, убивает иллюзию. Есть еще одна иллюзия, в общем, настоящего не найти. Остальные в невидимости ходят по лесу и хотят найти хоть кого-то, кто фармит. Вардам видно, что никого здесь нет. Все на топе. Ну что, надо возвращать всех. Так, выходит Чуан. Готов прятать Сайлера. Сайлер понимает, что здесь на него охота, отпрыгивает. Пытается просто бежать. Неловкая ситуация, и надо отсюда уходить вообще всем этим господам. Феррари тоже улетает. Джун и Чизбек остаются дофармить. Здесь главное не пережадничать, потому что сейчас пойдут им, если ломать хайграунд внезапно. Ну, кстати, пока не пойдут, фейта не хватает. Фейт, кстати, купил себе мэштром. Так, Инжулай. Где кого? Лича там где-то сверху он убил, но здесь пошла уже заварушка. ММА неприятность, ММА, похоже, погибнет первым. Теряет гем. Влетает Джун, ставит хроносферу, притом на Яо. Все проседают очень серьезно от этих двух. Феррари погибает, он попал в эту же самую хроносферу, ну и Джун, само собой, просто растаял. Подбрасывает на Юлис сейчас Жакира. Ну и на этом, собственно, good game well played, говорит Чуан. Здесь минус 5. При том, что буквально на троих, можно считать, напали, что Дум где-то сверху убивал Лича. Снизу где-то фармил Эмбрейс Кинг. И то не получилось ничего. Ну что ж, GG. 2-0 у нас побеждает LGD. На этом на сегодня у нас с вами все. Достаточно интересные матчи показали нам сегодня китайские коллективы. Ну и до встречи. Завтра, как я понимаю, будут продолжаться восточные группы, но, к сожалению, по расписанию у меня не особо это получается. То есть, скорее всего, в следующий раз я включусь уже все-таки на западный, то есть восток. Скорее всего, досмотреть толком не получится. Расписание с 5 утра. Понятно, в будни это очень неудобно. Прошу извинить за это. Немножко неловко получается, что упускаем мы контент. Но, тем не менее, ничего не поделать. Записи этих матчей появятся на ютубе. Ну и спасибо всем тем, кто смотрел. До свидания. До скорых встреч.